В обычном мире найти идеальную пару обуви достаточно сложно. Что уж говорить про профессиональный спорт. В нашем случае именно сегодня мы поговорим про баскетбол. Рынок спортивной обуви сейчас достаточно переполнен, потому что Puma, New Balance или всем известные Converse стремительно входят в этот поток и стараются подвинуть укоренившихся там гигантов, таких как Джорданы, например. Ну, даже я, которая не имеет отношения к баскетболу, знаю, что такое Джорданы. Вот. Но, тем не менее, в баскетбол играть хочется, и хочется делать это не только качественно, профессионально, но и безопасно. Поэтому сегодня мы с вами составим топ-10 самой классной, самой функциональной и самой стильной обуви для занятия баскетболом. Поехали! Но прежде всего давайте выясним, какими же качествами должна обладать идеальная обувь для баскетбола. Есть всего несколько простых моментов. Во-первых, они хорошо сцепляются с полом для обеспечения максимально быстрого и эффектного перемещения по площадке. Во-вторых, обувь должна обеспечивать защиту от ударов и снижать нагрузку на наши колени и стопы, что очень важно. А обувь, хорошая, качественная спортивная обувь, должна удобно сидеть и плотно прилегать к стопе. И именно этот момент и обеспечивает безопасность передвижения. Также обувь должна обеспечивать поддержку и защищать лодыжки от перекатов, да, чтобы не было щелчков, не было вывихов и прочих неприятных моментов, которые очень долго заживают. В общем, одним словом, хорошая баскетбольная обувь помогает вам получить максимум удовольствия от игры и, что очень важно, сделать ее безопасной. О том, какую же обувь выбрать, да, какие конкретные позиции рассмотреть, мы сейчас с вами сделаем это в топ-10 самых классных вариантов обуви для баскетбола. И открывает наш топ, так сказать, стартует с 10 места позиция под названием Way of Weight 10. Очень яркие кроссы, как для баскетбольной площадки, так и для ежедневной такой носки. Но нам с вами важно рассмотреть именно с профессиональной точки зрения, поэтому обращаем внимание на экспертную оценку. А на основании 4 экспертных обзоров кроссовки получили оценку 8,8 по 10-бальной шкале. Это достаточно высокий показатель, да, как вы понимаете. Эксперты говорят, что именно эта модель отличается превосходной амортизацией и надежным сцеплением с поверхностью. Ну, судя по всему, эта обувь подходит именно для таких взрывных, очень быстрых игроков, которым нравится такое ощущение упругости, я не знаю, при передвижении, когда ты немножечко так амортизируешь и стартуешь буквально с места и сразу в игру. Вот. А для тех, кто играет в баскетбол, думаю, интересно будет почитать отзывы, посмотреть детально, из чего сделаны кроссовки, вот, и уже сделать выбор. Я, как не эксперт в баскетболе, но человек с хорошей насмотренностью в разного рода товаров, могу сказать, что визуально они мне очень нравятся. Яркие, классные. Я бы обратила на них внимание, если бы увидела их на площадке. А если вам интересно услышать отзыв прямо сейчас, то, внимание, зачитываю отзывы экспертов. Итак, материалы легкие, хорошо работают, но рецензенты отмечают, что они могли бы быть и чуть более качественными, учитывая цену обуви. Кстати, о цене. Возвращаемся сюда и видим, что стоят они порядка $225, что в переводе на современный курс на рубли около 15 тысяч рублей. Согласна, недешево. Вот, но последняя фирменная модель является отличной баскетбольной обувью, которая может претендовать на звание лучшей обуви года. И это не с потолка взято, это отзывы экспертов, поэтому, если хотите проверить, то welcome to официальный сайт бренда. Итак, 9 место нашего рейтинга отправляется бренду Nike, а именно модели Cosmic Unity 2. В целом, при оценке ни у кого из экспертов не вызывал нарекания данная модель. Все отмечают ее хорошую устойчивость и сбалансированность с отличной амортизацией. Вот, поэтому можно рассмотреть, наверное, и в других цветах. А что у нас по ценам? По ценам $159, это около 13 тысяч рублей, немного дешевле, чем предыдущая модель, вот, немного так, по сдержанней, вот, но зато есть очень большой размерный ряд. Кстати, про размеры. Подробнее о каждом бренде, об их размерной сетке мы рассказывали в предыдущих видео, ссылки на которые мы также можем оставить в описании. Но, если вдруг вы не нашли выбранного вами бренда среди наших видео, вы всегда можете задать нам вопросик в комментариях, мы обязательно на это отреагируем и подготовим для вас целый туториал по размерным сеткам различных брендов, которые нужны именно вам. Поэтому пишите в комментариях, не стесняйтесь. Итак, 8 место нашего рейтинга отправляется вот эта очень милая модель под названием
названием Under Armour Carry. А рейтинг на основании 5 экспертных оценок 8,9, уже выше, чем у предыдущих, является первой обувью от создателя Стефа Карри. И по мнению экспертов, она уже заявляет о себе и заметна на рынке спортивной обуви. Отличные кроссовки для защитников и нападающих. Из основных плюсов – это хорошее сцепление с поверхностью и отличная амортизация. Есть большой размерный ряд и несколько цветовых решений. По стоимости $160. В пересчете на современный курс – это 11-12 тысяч рублей. Стоит обратить внимание. Итак, что же думают эксперты? Подошва из центральной пены обладает отличным сцеплением с поверхностью. Подушка также очень удобная, приятная, при этом обеспечивает отличное чувство корта. Материалы состоят из эластичного трикотажа, который удобен с синтетическими накладками для придания структуры. Ну, это мы видим вот на, скажем так, на карточке товара. А кроссовки коротковаты и несколько широковаты в стопе, что подойдет для людей с, ну, собственно, широкой стопой. Есть один нюанс при выборе размера. Если у вас размер 40, берите 39. То есть вот этот вот шажочек в полразмера, он предусмотрен за счет вот ширины самой обуви. Вот, но в целом они достаточно комфортные, отличные кроссовки, которые понравятся большинству игроков. Именно так их оценили эксперты, но у нас нет оснований им не верить, поэтому только лично проверять. И седьмое место нашего рейтинга отправляется также Nike, модели под названием Nike KD14. Вот это уже супер яркие кроссовки, которые точно не останутся незамеченными. Есть несколько цветовых решений, а рейтинг 8,9 на основе 8 экспертных оценок. Это отличная модель без явных недостатков, как утверждают нам эксперты, и универсальная обувь, которая подходит для всех типов игроков. Из основных плюсов, да, мы можем перечислить мягкую комфортную амортизацию за счет вот такой интересной подошвы и отсутствие каких-то явных слабых мест, потому что, ну, с точки зрения визуала я их точно не вижу, а с точки зрения функционала обратимся к мнениям экспертов. Итак, некоторым может понадобиться время, чтобы привыкнуть к данной модели кроссовок. Но, тем не менее, думаю, что вы придете ко мнению, что именно они обеспечивают надежное сцепление на чистых кортах и не причиняют вам неудобств при игре на пыльных площадках. Потому что мы понимаем, что баскетбол — это не только про какую-то закрытую площадку, это и про стрит-стайл, это про взять мяч с собой и пойти покидать его с друзьями, поэтому зал или улица значения для данных кроссовок не имеет. Промежуточная подошва, которую мы хорошо видим вот на карточке товара, обеспечивает идеальное сочетание комфорта, защиты от ударов и отзывчивости. Как мы помним, безопасность – это очень важно, особенно в таких подвижных видах спорта. Один из рецензентов назвал их самыми мягкими, самыми классными кроссовочками на сегодняшний день. Материалы, ну, несколько дешевые на ощупь, хотя, не знаю, на визуал вполне себе. Но в сочетании с широким основанием и пластиковыми накладками по бокам обеспечивает надежную защиту и фиксацию. Посадка менее узкая, чем у предыдущих моделей, но, тем не менее, должна подойти большинству игроков, если у них не очень широкая стопа. Здесь нет таких нюансов с размерами, как было у предыдущей модели, но все равно стоит обратиться к размерной сетке, которая указана в описании бренда. Собственно, в целом рецензенты сходятся во мнении, что именно эта модель отличный вариант для занятий баскетболом, полностью оправдывает свою цену в $150. Переводя на рубли, это чуть больше 10 тысяч рублей. Итак, шестое место нашего рейтинга. Перед нами модель Under Armour Carry 9. Рейтинг 8,9 на основе 7 экспертных оценок. Этой модели удалось улучшить своего впечатляющего предшественника. Он был на одной из позиций ниже в нашем рейтинге. Отличная обувь, если вы полагаетесь на сцепление и ощущение корта. Из плюсов, да, таких обобщенных, это классное сцепление и улучшенные материалы по сравнению, опять же, со своей предыдущей моделью данного бренда. Чисто визуально выглядит здорово, очень просто, но тем не менее достаточно ярко и не вызывающе. Очень интересная посадка, которая типична именно, наверное, для кроссовок баскетбольных. Вот. Большой размерный ряд. Стоимость порядка $160. В пересчете на курс современный наш это от 11 до 12 тысяч рублей. С точностью до рубля лучше уточнить
загуглить, например, не знаю. Обращаясь напрямую к отзывам экспертов, мы можем выделить несколько пунктов. Что касается амортизации, то отзывчивость и ощущение корта просто вау. Единственное, чего не хватает амортизации, это защита от ударов, которая могла бы быть еще лучше. Мне, как человеку, который не играет в баскетбол, сложно отличить амортизацию от защиты от ударов, но думаю, что профессионалы поняли этот посыл. Нужно играть безопасно, вот, но если вам нужна именно максимальная защита, то, наверное, вам стоит обратиться к другим моделям. Хотя материалы именно вот этой модельки, Carry Flow 9, максимально улучшены и по ощущениям соответствуют премиум-классу. Посадка начинается с узкой и плотной части, вот, но материалы со временем подстраиваются под вашу стопу, поэтому это не составляет проблем, если вы сразу же не вписались в эти кроссовки. В конце концов, как мы привыкли в России, обувь нужно разнашивать. Вот, не знаю, насколько это актуально именно для баскетбола, но, тем не менее, такой вариант есть. Все рецензенты сходятся во мнении, что на данный момент Carry Flow 9 – это одни из лучших кроссовок, которые доступны по приемлемой цене, в них приятно играть, они интересно выглядят и, ну, опять же, классная амортизация. И открывает пятерку лидеров модель от бренда Puma под названием MB01 Low Top. Рейтинг 8,9 на основе 4 экспертных оценок. Следуя по стопам оригинальной модели Puma MB01, Low Top остается одним из лучших вариантов на рынке. Подходит именно тем игрокам, которым нужна универсальная модель без явных слабых мест. Визуально выглядит просто и стильно. Не скажу, что они будут подходящим вариантом для уличных площадок, потому что они белые, белая подошва, белое покрытие, белые шнурки, в конце концов. Но для каких-то закрытых площадок очень даже хороший такой консервативный вариант. А с точки зрения явных плюсов, эксперты выделяют агрессивное сцепление с поверхностью и сбалансированную амортизацию. А о чем конкретно они говорят, давайте с вами посмотрим. Итак, между оригинальной моделью от Puma MB01 и версии с низким верхом мало что изменилось. Сцепление по-прежнему очень надежное на любой поверхности. Пена под названием Nitro от Puma – это сбалансированная амортизация, обеспечивающая защиту от ударов и отзывчивость. Как раз именно то, чего не хватало предыдущей модели, которая разместилась на строчку ниже. Посадка может быть несколько узковатой, но материалы удобны и выполняют свою работу на должном уровне. Ботинок также имеет надежную поддержку, чтобы держать ногу в безопасности. Но я думаю, что это и видно, да, что фиксация у них достаточно крепкая, хорошая. В целом, Puma MB01 Low продолжает тенденцию выпуска качественной баскетбольной обуви от Puma. Ну что, вариант неплохой. Я думаю, что стоит обратить на нее внимание, тем более, что цена около 120 евро. Это в пересчете на рубли 10-11 тысяч рублей. А мы продвигаемся дальше, и четвертое место нашего рейтинга отходит модели от бренда Puma под названием Clyde All Pro стоимостью на данный момент всего 80 долларов, порядка 5-6 тысяч рублей. Итак, 9,1 рейтинг на основе 4 экспертных оценок, а рейтинг-то все выше. Модель Puma Clyde All Pro — это еще одна выдающаяся модель от Puma, да, это я напоминаю, что в топ-5 это уже вторая модель от данного бренда. Они отлично подойдут для игроков любой позиции, которые любят отзывчивую амортизацию и минимальные болевые ощущения. Из плюсов – классное сцепление с поверхностью и отличные материалы. Давайте предметно рассмотрим, что же говорят эксперты именно об этом предложении. Итак, среди явных плюсов, да, и отличительных черт данной модели – это материал верха, который отличается минимальным весом, легкостью, который очень удобен в процессе привыкания. То есть этот процесс разнашивания обуви просто сойдет на нет и будет максимально быстро. При подборе обуви по размеру вы сразу получите плотную посадку, что очень важно в баскетболе, которая обеспечивает вот эту поддержку стопы. К сожалению, в данный момент sold out этой модели, что говорит о ее востребованности. Но, тем не менее, если за ней проследить, я думаю, вы получите хорошую пару. Также рецензенты говорят, что у них не было проблем с поддержкой, так как она включает в себя все необходимые параметры, которые важны в баскетболе. Широкую базу, outrigger и прочную внутреннюю стойку пятки. Вот здесь я, к сожалению, не вижу карточки. А, нет, вижу чуть более подробно, где мы можем рассмотреть и убедиться, что эксперты не придумали, да, что здесь все необходимые критерии удовлетворены. Вот и в целом за этой моделькой можно последить. Тем более, что стоимость ее всего 130 долларов. И, наконец, открывает нашу тройку лидеров модель под названием Air Jordan 36. Мы нашли ее на eBay.
да, поэтому здесь стоимость всего $129. Что говорят эксперты? Оценка 9.1 на основе 8 экспертных отзывов. Последняя фирменная модель Air Jordan – это снова обувь с высочайшими характеристиками. Ну, собственно, по названию, думаю, все этого и ожидают. Отлично подходит для игроков, которые ищут именно высококлассную баскетбольную обувь, которым важно не просто играть в чем-нибудь, а играть в Джорданах, потому что, ну, как бы баскетбол, все дела. Ну, это для меня как для обывателя, потому что вот этот топ, на самом деле, и для меня тоже большое открытие. Я думала, что Джорданы — это просто как нарицательное название любых баскетбольных кроссовок. Вот, но если для кого-то это такое же открытие, то поздравляю, я с вами. Среди очевидных плюсов эксперты отмечают отсутствие проблем с тягой и максимально чувствительную подушечку. Я думаю, что это то, что находится под пяткой. Вот, если мы рассмотрим здесь вот детально, вот, то мы сможем рассмотреть чуть ближе. Но выглядят они, ребята, просто потрясающе. Собственно, Джорданы. Поэтому третье место. Если углубиться в экспертную оценку, то все как один говорят о классной амортизации, но при этом отсутствии какой-либо функциональной нагрузки в вот этой Air-части. Он здесь не нужен, он скорее просто как такой элемент декора, такое стилистическое дополнение, но не больше. Материалы стали тоньше, они сделали обувь более легкой, но при этом без ущерба комфорту и функциональности. И будучи последней фирменной моделью Air Jordan, это еще одна классная баскетбольная обувь, на которую стоит обратить внимание при выборе обуви для занятий спортом. Итак, второе место нашего топа заслуженно отходит бренду Nike, а именно их модельки KD 15 Basketball Shoes. Выглядят они супер. Супер вау, есть несколько цветовых решений, большая размерная сетка, вот, но ввиду своей классной цены, всего $150, около 10 тысяч рублей, размеры быстро раскупаются, поэтому либо успевать, либо отслеживать этот товар на сайте. Рейтинг 9.1. Nike KD 15 – это обувь, в которой найдется что-то для каждого типа игроков. Кому важна амортизация, найдут здесь амортизацию. Кому нужна грамотная поддержка стопы, тоже здесь смогут это найти. А кто ищет просто классные кроссовочки, чтобы быть в таком баскетбольном стиле, тоже могут остановиться именно на этой модели. Если говорить о более детальной оценке экспертов, то все как один сошлись во мнении, что амортизация предлагает уникальное сочетание ощущений корта, отзывчивости и отскока и защиты от ударов. Подходит для любого типа площадки, для закрытых, для открытых. Вот. Но, однако, некоторые при ношении данной модели испытывали покалывание в области пятки. Может быть, это было какое-то такое субъективное впечатление, а некоторым все же не хватало защиты вот с задней стороны стопы. Вот. Но это не тотально, это такая выборочная оценка, поэтому думаю, что все равно здесь все субъективно. Вот. Но, в общем и целом, оценка-то высокая, достойна второго места в нашем топе. Вот, те, кто захочет изучить чуть более подробно, мы оставим все ссылочки в описании. Вот, сами перейдете, посмотрите и в случае чего сделайте свой заказ. И, наконец, первое место нашего топа отправляется модели Air Jordan 36 Low. Это самая высокая экспертная оценка, которую мы смогли найти, 9,2 балла на основе 4 экспертных оценок. Они работают почти так же, как Air Jordan 36, без приставочки Low. Отличная обувь для игроков с быстрым стилем игры, которым нужен дополнительный подъем при прыжках. Ну, это, думаю, очевидно, взглянув только вот на эту подошву. Какая укрепленная часть на пятке, на носке, и вот эта промежуточная. Вот эта промежуточная часть. Думаю, что она говорит сама за себя. Яркое цветовое решение тоже не оставит вас без внимания на площадке. Вот, сразу видно, играют в Джорданах, играют красиво, играют ярко и безопасно. Из плюсов – более удобная посадка по сравнению с обычной моделью Air Jordan 36, а также удивительное сцепление с поверхностью. Эксперты также считают, что версия основной модели обуви Air Jordan 36 с низким верхом имеет идентичный рисунок сцепления, да, это тот, который на подошве, вот, использует твердую резиновую смесь, что, собственно, играет в плюс только этой модели. Амортизация упругая и потенциально является лучшей на рынке. Некоторые рецензенты считают, что модель именно с приставочкой Low, то есть первое место в нашем топе, сидит несколько лучше, чем предыдущая модель из-за других материалов. Вот, они чуть дороже, они более премиальные,
Вот, поэтому это, наверное, и сказывается на качестве всей модели. В целом, Air Jordan 36 Low такой же хороший выбор для баскетбольной обуви, как и модель со средним верхом. Здесь, как мы видим, она достаточно высокая. Есть низкие, а есть средние. В общем, Джорданы здесь являются одним из самых удобных вариантов, вот, на которые стоит обратить внимание. В целом, модель Jordan 36 Low – это такой же хороший вариант для баскетбольной обуви, как и модель со средним верхом, потому что здесь мы видим, он достаточно высокий, что может быть слегка непривычно, вот, но по своим функциональным требованиям она ничуть не уступает, а иногда даже превышает, да, стандартные требования. Стоит данная модель на Амазоне $249, но при таких показателях, при высокой экспертной оценке, это вполне приемлемо. Вот так мы и заканчиваем наш топ баскетбольной обуви. Если вы нашли для себя самую подходящую модель и хотели бы узнать о ней подробнее, пишите в комментариях, мы с удовольствием вам ответим и расскажем чуть больше. Или отправим вас сразу к нашим менеджерам, которые заботливо помогут вам сделать заказ. А какую пару кроссовок мы забыли включить в этот топ, думаю, вы тоже нам расскажете при желании. Если у вас есть какая-то супер модель, конечно же, оставляйте на нее ссылку, вот, чтобы наши зрители также могли увидеть что-то новенькое и, возможно, сделать выбор уже в пользу другой модели. Но какой бы это был обзор, если бы в конце мы с вами не провели туториал, как заказать понравившуюся пару с доставкой в России. Я это сделала одним из самых удобных способов, это заказ через сайт. Что мне для этого нужно сделать? Смотрим прямо сейчас. Итак, я нахожу самую понравившуюся мне пару. В данном случае это Puma MB01 Low. Я копирую ссылочку и перехожу на сайт Shopas. Здесь во вкладке «Заказ по ссылке» я вставляю нужную ссылочку и нажимаю на кнопочку «Купить». Далее мне необходимо заполнить все поля. Страна магазина в нашем случае Германия. Ссылка на товар у нас также уже упомянута. Под красной звездочкой это то, что нужно заполнить обязательно. Цена в валюте магазина. Цену в валюте магазина мы копируем с официального сайта и возвращаемся сюда же. Далее необходимо указать оригинальное название. Здесь также Ctrl-C, Ctrl-V. Все работает максимально просто. Количество 1. Цвет, размер, комментарий к заказу вы также можете указать, но если с этим какие-то сложности возникнут, вы нажимаете товар заказы и получаете ответ от менеджера, которому поступила ваша заявка. Обращаю ваше внимание, что комиссия за услуги сервиса Shopas рассчитывается автоматически при оформлении заказа. Поэтому здесь все максимально комфортно, приятно и безопасно. Мы заполним все необходимые декларационные и таможенные документы, договоримся с вами об удобном способе доставки, и вам останется только согласовать, возможно, отсмотреть фотофиксацию при вашем желании и получить товар в том количестве и качестве, которое для вас будет очень-очень важно, а нами будет отконтролируемо. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если наш сегодняшний топ вам пришелся по душе. Мы регулярно публикуем обзоры, не знаю, подборки в разных категориях зарубежных товаров. Для нас важно, чтобы онлайн-шоппинг был не только комфортным, но и безопасным. Именно поэтому мы сейчас с вами и записываем для вас эти видео. Если есть какие-то комментарии, пишите их под этим видео. Все полезные ссылки вы также можете найти именно там. Меня зовут Кристина. Пока-пока!